Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпетум или же Александр, и добро пожаловать в нашу кошачью семью в игре под названием Cat Simulator. Мы с вами продолжаем, ну а если вам понравится этот видосик или мой ребенок-котенок, вы можете поддержать нас с помощью лайка. Давайте-ка начинать. Да, в прошлый раз мы с вами смогли заделать котеныша, теперь же нам нужно сделать из него полноценного котеныша. Да, настоящего члена кошачьего общества. Мы воспитаем достойного бойца. И давай-ка, мой котеныш, побежали с тобой. Погодите секунду. Убрал курсор, чтобы он вам не мешался. Итак, я даже и не знаю, куда отправиться в первую очередь. Что у нас за задание? Посадить овощ. А смогу ли я его посадить или нет? Ну, вроде как, да, монет хватает. Давайте увеличим скорость передвижения. Это один из самых крутых навыков, самых полезных. Я бы даже еще несколько семян посадил сразу на будущее, почему бы и нет. Кошак у нас теперь стал реально реактивный. Так, нужно поймать енотов. Ну, еноты! Блин, котенок хочет яйцо. Котеныш, я не знаю, как тебя зовут, я буду называть тебя просто сын. Я попытаюсь найти для тебя яйцо, но я не знаю, все яйца съела коза. Если какие-то есть проблемы, обращайся к ней. Потому что я не знаю, где искать яйца, зато я могу найти енота. Опа, а что это за мячик? Может быть, ты енота съешь? А, это клубок. Хорошо, енот, короче, все, ты добегался, ты допрыгался. Пора познакомиться с нашим чуваком. О, заяц-мини-босс. Давайте-ка, ребятки, аккуратненько зайдем к нему в спину и втроем-то мы ему жестко-жестко накостыляем. Здорово, заяц! Бьем зайца! Давай, котеныш, бей изо всех сил! Блин, это заяц демонический! У него глаза горят белым, это страшно! Прям реально страшно! Ёлки-палки, такого от зайца я не ожидал, но зато сколько монет, сколько уровня, сила атаки увеличена, все увеличено, а теперь-то мы доберемся и до ен... О, он сам решил до нас добраться, так, ладно... Он, погоди, нас не видит. Погоди, он нас не видит. Повернемся. Он нас не видит. Значит, первый удар будет за нами. Вообще-то еноты тоже могут таскать яйца, и они любят яйца. Может, во всем виноват енот? Из-за енота мы не можем перекусить? Кстати, о еде. Давайте-ка, почему мы зайца не съели, я не знаю. А зайца вообще можно было есть или нет? Я не помню. А зайца нельзя съесть. Заяц несъедобный. То есть можем мы есть только мышей... насекомых и прочее. Ну, это такое себе удовольствие есть насекомых. Ладно, давайте... Яйцо! Малыш хочет яйцо. Я не могу ему в этом отказать. Но сперва мы должны перекусить мышью. Мышь, иди сюда. Ладно, стой уже! Поехали. На пол хп отличный удар был. Давай, 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 давай. Молодцы. Так, я хочу есть. А как покормить? Честно говоря, я не помню мою вторую половинку. Она вроде бы не хочет есть. Так, ладно, малыш. О! Он ест яйцо, друзья. Ай, хорошо. Он перекусил яйцом, наелся. Кстати, он постепенно подрастает. Это здорово. Давайте еще и нашу вторую половинку покормим. Так, иди сюда, мышь. Хитрая мышь. А я хитрый кот. Здорово. Атакуем на ходу его. Ребятки, ребятки, не отстаем. Давайте все вместе. Так, давай, кушай. Всем приятного аппетита. Что это такое? А, скорость передвижения падает. Ты что, подожди, а что, погоди, ты съела ж, да? Вроде бы. Вроде бы да. Так, ладно, еще одна мышь, еще один енот. Пить хочется. Пить, 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 пить. Я совсем забыл про такую вещь, как вода. И поспать было бы неплохо. Но сперва попьем, а потом ляжем спать, а потом съедим енота. Ну, точнее, просто его побьем. А еще там есть демоническая мышь. Но сперва еда. Сперва еда. Да, задание... Ай, все-таки они уснули прямо на ходу, блин. Ну, могли бы и потерпеть немного. Пошли за водой. Нам нужна вода. Коза, я надеюсь, не выпила всю воду. Вон, там в тазике лежит немного воды. Так, яблоки. Яблоки можно отнести, кстати, козе, по-моему. Если я ничего не путаю, надо отнести, получить бонус. Давайте пить. Все пьем. Все вместе, давайте. Вот это я понимаю. Вот это по-кошачьему, по-котиному. Давайте, наполняйте свои животики пушистые. Вот так. Когда вы довольны, и я доволен. Коза. Яблоко. А ты хочешь... Ты яйца... Я же говорил, все яйца забирает коза. Зачем козе яйца? Жесткая поехавшая коза. Так, ладно, мышь-босс. Кот теперь мой хочет гриб. Ну, вот гриб. На, ешь грибы. Мухоморы. Как тебе? Нормально?
Приятного аппетита. Не хочешь, нет? Ладно, я сам съем тогда. Да. Плохая была идея. Получен новый квест. Утолить голод. Пипец. А у меня хп падает. Может, не стоило есть... А я умру сейчас, если я не поем чего-нибудь хотя бы. Придется напасть на мышь и съесть ее. Блин. Надеюсь... Он автоматически напал на мышь. Вместо того, чтобы... Чё? Вместо того, чтобы спрятаться, он напал на мышь сам. Так, это моя еда. Все разойдитесь. Я ем. Сейчас я, а то я умру. Вы ж не хотите, чтобы ваш батя умер? 30%. О, хпшка начинает ползти вверх. Жаль, с енотами задание провалили маленько. Так, там две сразу крысы мощные. Поэтому разберемся сперва с той, что попроще. А он, кстати, нормальный гриб, который хочет съесть котеныш. Давай, мистер котеныш, хавай грибок. Давай, гриб, ешь. Ты есть его будешь, нет? Жри. Приятного аппетита. А опыт... О, опыт потихоньку поднимается. Медленно, конечно, но рано или поздно мы все-таки поднимем его. И вначале было... Да пять, пипец, раньше времени среагировал, она заметила нас. Там вначале было написано, что можно сделать три котенка сразу. Ой, две мыши. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, что за беда? А как родить еще одного котенка, я не знаю. Так, ты сама решила поесть, да, вместо меня? Можно я тоже поем? Просто я голоден. Так, уже лучше. Так, а что ты хочешь поесть тоже? Пока ничего? Ладно, продолжаем сражение наше. Блин, опять заяц заметил нас. Да что творится сегодня? Сегодня мои... Я даже его ударить не могу. Сегодня мои охотничьи навыки оставляют желать лучшего. Семья, не смотрите на меня. Я позорю ваш рот, кошачий. Я не специально. Я не хотел. Мышь, она опять хочет прийти к нам. Так, ладно. Режим стелса. А ну иди сюда. В этот раз победа будет за нами. Мое. Левел подняли. Отлично, 13 уровень достигнут. Это здорово, все отдыхают, пока ем. Я. Так, еще одна мышь должна быть съедена. Тогда миссия, считай, выполнена. И наконец-таки можно будет переходить дальше. Ну ладно, от этих бесконечных сражений только одни сплошные плюсы. Потому что котенок в любом случае получает опыта. Да, не так много, как хотелось бы. А у него там, смотрите, он что-то хотел. По-моему, паука завалить, нет разве? Так, подняли левел. Хорошо, паука ты хотел, нет? Уже все, передумал? Да, паука. Ща найдем для тебя паука. Оп, клубок. Заяц, давай, я не хочу тебе причинять... А, он сам нападает на зайца почему-то. Я даже ничего не нажимал, он просто напал на зайца. Ладно, так тому и быть. Почему нельзя зайцев есть? Так, ладно, хорошо. Тогда мы возьмем яйцо, отнесем его козе. Надеюсь, она где-то тут. А вон и паук, кстати. Да, коза все еще на этой ферме. Получим хоть какой-то бонус. Что за задание у нас? Обучать ребенка. Ну, я этим, в общем-то, и стараюсь заниматься. Это не ребенок, во-первых, а котеныш. Начнем с этого. Ребенки это у вас. У нас котки. Котеныши. Котькевички. На. Во, увеличивает скорость восстановления здоровья. То, что доктор прописал. А точнее, то, что прописала коза. Давайте попьем. И пойдем охотиться на паука. Паук был поблизости. Так, а вон и паук. И еще одно яйцо, но пока оно нам не нужно. Паук прямо в загоне, да, у нас обитает? Мистер Паук, ты уж, ну, не принимай близко к сердцу. Мне нужно обучать сыночка своего. Че, не хочешь перекусить? Покушай. Не хочет. Ну ладно, пускай моя жена тогда ест. А мы пока пойдем искать еще одного паука. Сегодня по-любому мы вырастим из него кота. Мощного, сильного. И главное найти пауков. Кстати, обучение идет нормально. Можно тогда попробовать и с лисой сразиться. Да, это опасный враг в естественной среде. И лиса, скорее всего, мощнее, чем кот. Но не мощнее, чем армия котов. 310 хп, да. Ой, там еще одна. Она будет прикрывать эту лесу первую или нет? Надеюсь, что нет. Поехали. Изо всех сил, ребятки, не подведите батьку. Готово.
много опыта. Коза решила немного попутешествовать. Я предлагаю тогда напасть еще на одну лису. Опять же, почему бы и нет? Оно того стоит, так? Оно того стоит. 12-го левела лиса. Здоровки! Здоров, лиса, дай пирожок. Пока я не дал тебе пирожком по твоей морде рыжей. Вот так. Класс, квест выполнен. Великолепно, 77%. А наш малой все еще хочет сражаться с пауками. Отнеси мышу... Зачем поросенку мышь? Чё? Он их будет есть? У нас на ферме свинья ест мышей. Как вы к этому относитесь? По шкале от 1 до 10. Прокомментируйте, пожалуйста, эту ситуацию. Уважаемые граждане, друзья. Потому что я не знаю, как бы это нормально. Не очень нормально, мне кажется. Не очень. Коза ест яйца. Нормально, да? То есть она ест куриных детей. Коза. Просто вдумайтесь. Угу. Да-да. Это раз. Во-вторых, свинья ест мясо. Крыс, мышь. А мышки-то они милые. Коты тоже милые, поэтому, ну, им можно простить, что они едят мышей. Но чтобы свинья ела мышей? Не, ну, свиньи тоже бывают милые. Но мышь милее свиньи. И умнее, мне кажется, даже. Мыши вообще крайне умные существа. Сами по себе. Ну, ладно, отнесем мы свинье. Где свинья? Свинья у нас на другом конце мира. Балдеет, что-то там делает. Вот не сидится им на одном месте. То козе, блин, надо пойти поездить ей чьих-нибудь. То свинье... Пойти где, непонятно где. Побродить. Ужас какой-то. Это ферма ужасов, друзья. Это ферма ужасов. Одно радует меня. Котеныш. Вот он прямо согревает мою душу. Греет ее. Мурчит. Поет песню мурчалкой своей. Это здорово. И коты еще крутые, потому что далеко не все животные могут так, как коты, выражать свою радость, свою любовь, как мурчание, да? Они умеют мяукать, а умеют мурчать. Собаки умеют только гавкать и облизывать тебя, а собака не умеет мурчать. Почему? Интересно. Кто мяукает? А паука хочешь? Ну погоди, давай свинью накормим. Каштаны. Из всех врагов начинают выпадать монеты. Здорово. А сколько у нас вообще монет, хотелось бы знать? Я просто не знаю, сколько. Я бы посадил что-нибудь, что тут растет. Скорость наступления жажды. Ну давай разочек посадим, 2%, в принципе, да, нормально. А что тут? Скорость передвижения. Я почти все монеты трачу на скорость передвижения. Чем быстрее двигаешься, тем быстрее ты обучаешь своего кота. Маленького, тем вообще всем лучше от этого. Пауков поблизости нет, извини. Нет, есть паук. Сейчас мы до него доберемся. Паук нас не видит, но мы видим паука. Здорово! Хорошо, что за задание? Еще один паук, класс. Приятное с полезным совмещаем, но пауков нет пока, поэтому будем нападать на всех подряд. Тут остается всего лишь каких-то 12% до того момента, как наш котенок вырастет и станет бойцом. Блин, промахнулся, обидно. Стоять, заяц. Ты не уйдешь, заяц. Смирись со своей участью. Просто прими ее. Ты тоже заяц. Имей в виду, что я уже позади. Готовься к битве. К этому сражению, которое войдет в исторические учебники. О. Просто надавал лапой по жопе ему. Так, 93%. Мало. Пауков. Паук, вижу паука. Потом на кабана можно будет сходить. Как настоящие охотники. И мне кажется, нового кота можно будет родить тогда, когда первый вырастет. Потому что, ну, воспитывать сразу нескольких было бы сложновато. Один хочет грибы, второй хочет пауков, третий зайцев и так далее. Что-то немного нам дали опыта за то, что он напал наконец-таки на паука. Новый квест. Отнести гриб фермеру. Тут гриб есть, кстати. Давай поможем фермеру, принесем ему гриб, как хороший кот. Где фермер? Ага. А он там, да? Но он всегда на экране отображается, я не знаю, почему я карту открываю. Ну уж извините. Так, я не могу пройти мимо енота. Извини, енот. А, ошибка. Да ладно, стой, давай просто раз на раз выйдем, а?
Кто окажется сильнее, ты или семья котов? Не ты, дружище. Спойлер, нет ты. Опять пауки. Даш, сын, что у тебя за нездоровое такое увлечение пауками? Что за интересы у молодежи пошли у нынешней? Давай им пауков каких-то. Он же может укусить за нос. Это будет не очень приятно, я думаю. Смотрите, какие у них милые носики. Не хотелось бы, чтобы кто-то в него кусал. Вообще не хотелось бы. Э, друг фермер, смотри, что притащил тебе. Если ты скажешь спасибо, я буду рад. О, увеличивает прыжок и скорость передвижения. Но что-то как-то несущественно. Я прямо не ощутил, что сильно увеличилась скорость передвижения. Но зато я увидел паука. А еще оказывается, у пауков очень большая дальность зрения. Так. Че? Он не вырос, что ли? А че он не вырос? Э, ты расти будешь сегодня или для чего ты вообще родился? Мы же его вырастили. Почти полностью. А теперь придется с нуля его растить. Он хоть увеличился в размерах? Я просто даже не заметил. Он вроде потолще стал. Нет, разве? Давайте ляжем поспать. А утром уже будем разбираться. Нет, он стал точно потолще. А он будет мощнее атаки наносить или нет? Так, жрать охота, да? Ну, от зайцев толку немного. Не, он стал больше. Он стал больше и толще однозначно. 100%. Съем гриб тогда. Как-то он долго его ест. А, гриб восстанавливает много здоровья. Точнее, много голода. Это здорово. Давай. Давай, малой. А что бы ты хотел поесть? Ты никогда не говоришь, что бы ты хотел поесть. Давай. Ладно, перекуси. Так и быть, ты давно не кушала. Разрешаю тебе слопать мышь. А я съем яблоко, если позволите, конечно. Тоже, ну, витамины, как бы, сами понимаете, друзья. Оп, квест выполнен, новый уровень и новые пауки, новые враги. Ну, давай. Получен новый... Ой, как больно ему, жесть. Мы реально жесткими стали отыскать монеты. Так это не проблема вообще. Смотрите, как мы разрываем этого паука просто за секунды. А что мы сделаем с енотом? Так вообще страшно подумать. Так, стоп. А, монеты, которые выпадают из животных, они не считаются. Приходится заново искать. Здоров, енот. А чё ты не убежал? Не испугался? Ну, ты слишком смелый, енот. Ладно, монетов много не бывает. Готовы, давайте. Первая монета найдена. Также клубок. Гриб, похавай гриба. На. А я съем яйцо. И никто меня не остановит! Потому что очень хочется. Так, уже 11%. Смотрите-ка. Молодец, а тут еще монета есть. Ага. Уже целых две найдено. И я знаю, где их больше всего. На ферме, смотрите-ка. Их там сразу целая куча. Так, а кто-то хочет помимо меня есть? Нет, только я. Мухомор, нет! Не ешь его, пожалуйста. Я чуть не съел мухомор опять. Было бы не очень приятно, конечно. Да пипец, запрыгивай. Да ты что? Он прыгает высоко, но не всегда высокий прыжок это полезно и хорошо. Иногда это, наоборот, мешается. Во. Отлично. Яйки. Яйки, 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 яйки. Яйца. Кролика хочешь? Ну, наконец-таки подрос, малыш. Наконец-таки он перешел на добычу покрупнее. Вот за это я тебя похвалю и даже, возможно, накормлю яйцом. Ну, ты не ешь яйца, да? Тебе не хочется. Но зато моя жена ест яйца, ей нормально. Так, зайцевы. Вижу их сразу несколько. Погнали, нападем на них. Мне бы еще какие-нибудь навыки прокачать, было бы здорово, реально. Что-нибудь, не знаю, суператаку какую-нибудь или лазеры. Из глаз наши любимые. Да бей же ты.
Мышей теперь хочешь? Ну, давай мышей. Знаете, что некрасиво? Мы зайцев убиваем просто, по сути, ради удовольствия. Мы ведь даже их не едим. Это страшно. Но этого паука я съем. Так, мышь. Мышь. Мышей на горизонте нет, но тут должны быть. Заяц-босс, ну наконец-таки. Что-то посерьезнее, какая-то помощнее добыча. Давно искал ее, потом сразу енот-босс. Это того стоит. Я вам говорю, друзья, мини-босс 380. Жесть, страшные. И не убегал, между прочим, а сразу начал биться. Это бог зайцев. Зайцевая мощь. Против котиной мощи. Смешной. Смешной. Мини-босс енот. А вот мини-босс енот — это злая сила. Надо бы хпшку восстановить. Без этого я никак. Блин, нужно срочно получить бонус от козы. Отнести ей еще яйца. Тогда хп будет регениться шустрее. А где коза, кстати? Блин, коза далеко. Попробуй найди ее еще. На другом конце планеты. Бежать лень. Подождал маленько, пока хп восстановилось, а теперь можно выяснить отношения с енотом. Блин, а я тоже хочу, чтобы у меня глаза так сияли. Ух ты. Ух ты. Вот это было прямо не очень-то и страшно, короче, это было. Не пугай нас больше так. Пушистые. Кожаные. Быстрее атакуем. Пока батя не погиб. Давай. Хорошо, сразу следующий левел. Ай, хорошо. Ай, красота, друзья. Мяукаешь, что хочешь, мышь? Ясно. Ну, хоть не пауки. Ладно, разберемся с лисой и пойдем искать тебе мышь. Яйцо на ферме еще, наверное, перехватим и попробуем отнести козе. Блин, лисы даже обычные, 403 хп. Что-то совсем как-то они... отожрались жестко. Ну давай пробовать. Вдруг получится, не знаю. Я верю в нашу семью. Не. Мы умрем. Точнее, я умру. Только не заяц, пожалуйста, заяц, не надо меня добивать. Какого плохого зла я тебе сделал? Блин. Не, тут без регенерации хп, конечно, далеко не уедешь. Надо было либо ждать, либо получать бонус от козы. Яйца поблизости есть. Блин, почти на крышу получилось запрыгнуть. Не хватает пока силы прыжка. Где яйца? Да, я понимаю. Вон мышь, сейчас завалим ее. А потом яйцо я возьму себе. Страшно? Я сам чуть не обделался. Так. Кто будет хавать? Давай ты. Я за яйцом пока. Главное самому его случайно не слопать. Уж больно аппетитно выглядит. Хитрое яйцо. Так, коза. А, коза, ты где? На острове, да? Спряталась от нас, да? Я, наверное, сейчас доберусь, да? Я иду, коза. Я иду за тобой. Прячься. А лучше убегай. Коза! Что-то музыка аж перестала играть, когда я решил добраться до козы. Это коза устроила? Коза. В чем дело, коза? Ты коза или не коза? Говори сразу. А вдруг ты не коза? А коза — это я, а ты кот. На, яйцо, А что ты, не хочешь яйца больше? Кто? Кто посмел? Ладно. А что она яйца-то не хочет, Коза. А, яблоки, да? Да, спасибо, коза. Ладно, я сам съем тогда. Блин. Чё я тащил это яйцо? Это, видимо, она один раз только хотела яйца, теперь она хочет яблоки. Где вода? Можно я попью прямо из озера? Надеюсь, что да. Да, можно пить. Ну ладно, коза, так и быть, я прощаю тебя на этот раз. Ну а вам, друзья, я говорю большое спасибо за внимание. Надеюсь, видосик вам понравился. А знаете, друзья, я решил не торопиться и заработать еще несколько монет. Сейчас вы поймете для чего. Когда я вышел в меню, я увидел это и совсем забыл, что можно же менять скины.
Да, друзья. Да, только нужны монеты, блин. А сколько монет нам нужно? У нас 9 монет нужно, окей. И вот, друзья, я поднакопил эти 100 монет, и теперь... Смотрите-ка, оба! Ха! Теперь у нас семья сиамских котов, друзья. Ну, они тоже очень милые. Во, и на этой ноте мы с вами, пожалуй, пока остановимся. Надеюсь, видосик вам понравился. Покедова. Классный котеныш особенно получился. Смотрите, какой милаха. Пока, друзья.